Это просто мечта всей моей жизни, работать с Тони Старком. Слышал о команде Мстителей? Нет, а что это такое? Потом узнаешь. Ну хорошо. А сейчас что? Можно я, пожалуйста, домой потопаю? Меня Катя заждалась уже. Надо домой уже валить. Но сначала ты должен пройти еще одно испытание. Ну давайте, в принципе, я готов, если это недолго. Какое испытание? Мистер Старк, а что вы задумали, а? Ну что, малый, боишься? Это ты меня на боишься берешь? Давай, пердун старый! Сейчас разомнем тебе кости и позвоночник. Обезболивающее захватил с собой, не? Ну тогда начинаем. С ноги! С другой ноги! Бьёшь как баба! Конечно, неплохо, я тебе сейчас ставлю, по самое не хочу! Да ну вас в жопу, Тони Старк! Вы мне губу даже разбили! Ну чё, мелкий, тебе еще учиться и учиться. Согласен. Ну, для старика вы на самом деле неплохи. Сколько вам там, лет 80, да? По лицу бить умеете. Но и я вам неплохо навалял, согласитесь, а? Слушайте, мне, наверное, почку отбили. Ладно, пошли. Тебе пора познакомиться с командой. С командой. А, это вот те, которые стоят. Давай, пошли. Давай, пойдемте, Тони Старк. Да. Мне до вас расти еще и расти. Я думал, в шутку какая-то тренировочная бойня будет. А вы мне все. Снимите, пожалуйста, костюм, это мне страшно на вас смотреть. А вы меня научите так драться? Хоть на самом деле реально, мне вот ну реально, ну столечка не хватило, я бы вам задницу бы надрал. Научу. Без вас справлюсь. Не, ну вы крутой, я всегда вашим фанатом был. Хоть бы, конечно, Дедуган уже старый, прям нереально, но я ваш фанат. Кровяк, реально губу разбил, ты не стар, спирта нет или пластыря какого-то. Давай, я закрою дверь. Здорово, я члена как меня себе назвать? Паучок, Человек-паутина. Мама меня Эдиком вообще зовет, можете меня так звать. Но у вас там, наверное, какие-то серьезные имена, поэтому Эдик в вашу тусу не впишется. Тони Старк, как мне себя назвать? Знакомься, это команда Мстителей. Здравствуйте, я у вас новенький, походу. Да, Тони Старк? Да. Всем привет. Ну, давайте тогда познакомимся по очереди. С кем начинать? Тони Старк, они странно на меня смотрят. Здравствуйте. А, меня Эдик зовут. Эдуард. Ну, если по-серьезному, то Эдуард. Если с вами познакомиться, то Эдик. Но у меня девушка есть, поэтому ко мне... Да, я вас слушаю. Что это такое?
Черная вдова, досье. Прочитай досье. Черная вдова. Мать ее назвала Наташа Романова. Умеет драться, борщ варганить. Да и убирается здесь в башне Старка неплохо. Тёлка отпад. Правда, она, по-моему, не по мужикам. Но борщец ее тебе точно нужно попробовать. Только не смей ей говорить то, что он у нее невкусный. А то она тебе на раз-два все почки отобьет. Странный у вас какой-то досье, мистер Старк. Здравствуйте, Наташа. Как мне себя назвать? Эдуард? Эдуард Паутина. Эдуард Руки Паути. Эдуард Паук. Эдик Пепи. Капитан Америка. Досье. Читай. Где капитан? Вот этот? Ёхан, ты твой... Какой у тебя щит, а? Бородач, я тоже бородач. Капитан Америка. Раньше, правда, звался капитан Казахстан, но мы ему решили поменять имя, потому что капитан Казахстан как-то по-дурацкому звучит. Имеет огромный щит. И прочный. Не обращай внимания на его юный вид. Выглядит он хоть и на лет 20, но ему 80 лет. Он старше всех нас здесь взятых. Он даже на Второй мировой с немцами воевал. Даже с твоим дедом в одной роте, наверное, служил. Правда, до сих пор не знаешь, что такое ВКонтакте и Инстаграм. Ну реально, дед пердун еще тот. Ага. Кто это у нас? Тор. Вот это? В шлеме? На самом деле он бог. Бог грома и молнии. Сын Одина. Царь Асгарда. Имеет молот. Его зовут Мёльнир. Офигительно орехи колоть им можно, когда под рукой молотка нет. Молот может поднять только достойный. Ну, кроме Тора достойного, конечно, нет, поэтому молот только он может поднять. Да и, в принципе, про него больше ничего сказать, он на самом деле скучный. Ну, бог и бог, ну, короче, молния бьется. Ну, я понял, Тони Старк, хорошо, дальше читать не буду. Человек-муравей. Ну, у него просто костюм есть. Он может то уменьшаться, то увеличиваться. У нас был один случай, когда унитаз засорился. Вот он уменьшился, залез внутрь с мини-вантузом и все прочистил. Ну, полезный в хозяйстве, полезный. Муравей-человек, вот. Сборище уродов, да? Извини, капитан Киргизстан, Казахстан, или как там. А я человек-паучок. Я рад с вами познакомиться. Мне кажется, то, что мы станем с вами друзья. С тобой, конечно, я не уверен. Вот с ними, наверное, да. Ты же здесь единственная баба в коллективе. Извини. Пойдем за мной. Давайте пройдемте, Тони Старк. Я надеюсь не драться в этот раз, а? Вы не хотите сегодня... В чайный клуб сходить. Я знаю один японский есть. Офигенный чай. Я предложил бы вам в бар, конечно, сходить, но я ж не пью. Нет, я занят. А, ну тогда хорошо. Я тогда с девушкой свою скажу, как. Я дебил. Ага. Ай. Тони Старк? Я здесь был. А, вы починили лабораторию. Я в первой серии здесь был, когда здесь все взорвалось. А зачем вы меня сюда притащили? Это не я разгромил всю лабораторию. Здесь в первую очередь террористы были, во вторую очередь какой-то черт с двумя рогами был, который взлетел просто в окно, шандарахнул, все разлетелось, я лежу, потом еще паук. Вы пауков убрали? Ну хотя бы пауков убрали. У тебя костюм поношенный, мы решили поменять тебе. В смысле? Это типа такой презент, то что я вступил в команду Мстителей, новый костюм. Не, ну на самом деле, этот как бы тоже неплохой. Меня Катя научила шить, поэтому я шил себе вот такой. И он, конечно, порванный уже немножко вот здесь на пальцах уже, ну, новая модель, усовершенствованная. А там пальцы будут зашиты, а то у меня реально здесь. Ты готов? Я готов, давайте. Ёханый ты бабай! Тони Старк, можно вас поцеловать? Нет, наверное, нельзя. Но как... Не, ну как бы мой теперешний костюм тоже неплохо смотрится, но... Да, как будто мне его бабушка шила. Тони Старк, я могу его примерить?
Офигеть. То есть я официально сейчас могу считаться мстителем, реально, после того, как я надену этот костюм. Этот заберем. Внешне он, конечно, толком не отличается от моего предыдущего. Но здесь качество намного лучше. И материал приятней. Тони Старк, я готов банки всем разносить. Но я на самом деле до конца не научился здесь застегивать. Помогите, Тони Старк, пожалуйста. Подойди ко мне. Я здесь. Я это уже видел, Тони Старк. Знаешь, что это? Не знаю на самом деле и знать не хочу. Это камень бесконечности. Их всего 6 штук. А что от меня требуется? Я думал, мы просто будем ходить по улице, там всяких гопарей стрелять и там предотвращать ограбление магазина. Вы мне сейчас про какие-то камни бесконечности втираете. А еще уже поздно, да, костюм возвращать? Я вляпался. Их надо найти, чтобы предотвратить конец света. Ну, так, один у вас, да? Что получается, 5 нужно найти. Подождите, а где остальные тогда 5? Один у вас, а еще... Посмотри, видел ли такое? Уберите! Видел. Видел еще один. Я не помню. Вот тот человек, который тогда взорвал вашу лабораторию, я его видел на заброшенном заводе. У него был еще один вроде синий такой камень. Да, синий или голубой, светло-синий. Он открыл какой-то портал и зашел в этот портал. У него вроде 2 рога на маске были. У него желтый плащ и зеленый костюм. И у него еще посох такой был. У него там целая армия на заводе была. Он открыл какой-то портал и зашел в него. Это очень плохой человек. Ну, если у него один камень бесконечности, то мне кажется, да. Он, кстати, его у вас тогда украл. А вы, походу, еще один нашли. А кто это такой? Не стоит тебе знать. Тони Старк, а можно заявление об увольнении? А я короче, ухожу из Мстителей. До свидания, Тони Старк. Ёпханый бабай!